Как правило, они находятся по разные стороны баррикад, но сегодня объединились ради благого дела. Участники автомобильного движения «Смотра.ру» при помощи сотрудников ГИБДД организовали акцию, чтобы напомнить автолюбителям, таким же, как они сами, что скоро осень, и на дорогах появятся дети. Причем инициатива принадлежала именно смотровчанам. ГИБДД относится положительно к инициативе самих автомобилистов организовать, участвовать в таких акциях, поскольку организовывают такие акции многие даже автомобилисты, которые не соблюдают правила дорожного движения, начинают их соблюдать и смотреть за тем, как соблюдают эти правила другие участники дорожного движения. Был один опыт недавно в моей жизни. Возвращался вечером домой и на нерегулируемом пешеходном переходе выбежал на дорогу ребенок. Я, конечно, успел оттормозиться. Теперь перед нерегулируемым пешеходным переходом я всегда сбавляю скорость, и хочется, чтобы другие водители точно так же поступали. При помощи ярких плакатов и специальных листовок участники акции привлекали внимание водителей к нерегулируемому пешеходному переходу неподалеку от 35-й школы. Сейчас пешеходов здесь немного, но во время учебного года дети то и дело перебегают дорогу. Были даже случаи наездов. Водители, проезжавшие мимо, охотно поддержали акцию. Люди забывают о том, что дети действительно пойдут в школу, расслабляются. Им нужно об этом обязательно напомнить. И это хорошо, что и полиция ивановская, и общественность такие акции проводят, и людям действительно напоминают. Вот выдали мне напоминалочку, я ее обязательно покажу своим друзьям и знакомым. А что касается этого перехода, светофорный объект или искусственная неровность планом здесь не предусмотрены, поясняет городская администрация. Максимум, что можно сделать, установить на знак флуоресцентную кайму, что и будет сделано в скором времени. Остальное зависит от самих участников движения. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.